Всем привет! Это канал Experience Game, с вами я, Skiff888, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Liberation HD издание. В прошлой серии наш учитель дал нам задание, и для его выполнения нам требуется предварительно изучить место, собственно, засады. Давайте проследуем к этому месту. Так, наш излюбленный паркурчик. Так, как бы тут покрасивший запаркурить. Давайте вон на то здание. Опа! Сможем, смогли. Как мне их делать? Так, о, по деревьям смогу, нет. Оп! Уху, мимо всех. Так, мужик. Все, окей. Так, где у нас место засады? Ой. Вот оно, рядом. Отлично, какой-то охранничек ходит. Все, что нужно для засады. Это действительно так. Так, осталось незаметно только убить охрану. Где же вы, охрана? Давай мы тебя будем незаметно убивать. Стой. Да блин, ты дашь мне прицелиться? Нет, парень. Окей. Так, целимся. И пошел. Пришел, нет. Так, не попали, что ли? Да ё-ма. Чувак. Харе. Заманал так ходить. Все? Все, спать. Отлично. Так, где у нас еще охрана? Там охрана. Так, давайте переберемся на тот домик. Так, по идее можно перепрыгнуть. Здорово. Так. Ага, зря. Ладно. Получи. Нет? Полное сведение нужно. Иначе мы не достаем. Ясно. Так, и где этот чудо-охранник? Так, ты определенно ждешь нас, поэтому здравствуй и прощай. Так, и этот охранник тоже. Пока. И где у нас еще уникум остался? Вернее, два наших уникума. Так, один где-то там шастает. Ой. Так, назад наверх. Где ты? Целься. Скорее. Опа. Все, приплыл. И один остался. Который где-то там. Давайте его найдем. По идее, наверное, этот дом входит. Так. О, нет. Нет, он нас не заметил, слава богу. Все. Все, парень. Успокоился. О, как гопница такая. Окей. Перегородить площадь. Пойдем перегораживать. Побежали. Все, и чем, как мы перегородим? Так, вы об этом не задумались? Что вот это уронить? Так, давайте уроним, раз просят. А, тут на соплях все держалось. Окей. Подготовить взрывчатку. Все непременно. И еще паркур. Оу, воу, все. Так, это бочечка, по всей видимости, взрывчатка. Нет? По-моему, да. Бери. Все, побежали. Минировать. Так, забавно. Все, сюда.
положил. А вот и кортеж. Ого, сколько охраны. Не слабо так они подготовились. Это что, человек 20? Хорошо, хорошо. Но наша бочка их должна утихомирить. Так, надо убедиться. Для этого нам надо подняться вот именно на этот дом. Я так понимаю, отсюда наилучший обзор. Так, а где конвой? Он вообще приближается ли к нам, к нему? Ну, давайте на встречу сходим. Что? Ребята, а нет, они идут, определенно идут. Или это мы к ним идем? По-моему, мы к ним. Окей. Мы так мы. Так, ну давай. А, да. Нам надо как-то их, может быть, спровоцировать на какие-то веселые активные действия. Так, давай быстрее. Поднимайся, скорей. Ну, давай. Так, успели. Так, опять бочку обронили. И добежать теперь до следующего перекрестка. Нет проблем, ребята. Ну, беги. О, господи, что ты творишь? Давай, Эвелина, не подведи меня. Так, отлично. Так, тут еще меньше времени. И что-нибудь безумное сделать. Ага, добежать до туда. Ого! Какой я ловкий. Что ты нечаянно не в ту сторону. Забавно вышло. Так, и что нам? А, сначала эти серию заданий проходить. Окей. Да. Как говорится, голова ногам покоя не дает. Вот именно так. Ну, время там действительно не так, чтоб много отводят. А. Так, хорошо. Поднимайся скорей. И давай. По натоптанной. Ага. Это я просто протупил. А так-то время побольше дают, да? В целом. Так, давай. Тут определенно надо по домам. Так, кто-то пытался заметить нас. А вон еще один охранник. Так, окей. Роняем эту. Так, рядом охранник. Надо с ним определенно что-то сделать. Нет, ничего не надо. Бежим тогда. Так, окей. Давайте здесь разрушим. Так, еще куда-нибудь заставить бежать? Конечно, да. Так, оп. Вот тут время может и не хватить. С моей-то грацией. Ага. Так, оп. Так, хорошо. Сказал бы я, да нифига хорошего. Беги, быстрей.
Успели, нет. Чуть-чуть не успели. Обидно, прям буквально секунды не хватило. Ну что ж ты, Алевтинушка, меня подводишь. Чё, заново? Отлично. Бежим снова. Секунда нас отделила от успеха. И это обидно. Так, давай, Ассасинша. Ассасинша. Бежим, бежим, бежим. Держим темп. Молодецкий темп, давай. Так, окей. Я знаю, что ты любишь паркур. Все, дальше, дальше, дальше. У нас определенный ритм. Оп. Так, отлично. Отлично. Отличный ритм. Так, в дверь тогда хотя бы пройдешь, нет? Да блин. Как я ловок. Не по годам. Супер, так, хорошо. Все-таки добежал. Посмотри-ка ж. Давайте взаимодействуем. Дальше, 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 дальше. Побежали дальше. Так, окей. И на ту сторону, скорее, скорее. Все, здорово. И теперь вот осталось совсем чуть-чуть. Но как это провернуть? Они рядом. Совсем рядом. Нет. Я дурак, определенно. Запорол. Опять все запорол. Печально. Опять задача не выполнена. Что я сфейлил. Окей. Ну, как без этого? Без этого никуда. Фейл и наше второе имя. Побежали. Мне это напоминает фильм «Беги, Лола, беги», где у нее день повторялся каждый день, один и тот же, то есть. И ей надо было там что-то сделать, уже не помню. И вот «Беги, Лола, беги», как день сурка. Вот та же самая история. Так, окей. И теперь давайте по мирным маршрутам каким-то попробуем пробежать прям. Оп, вот так вот. Оп, сказал я по мирным и прям каким-то экзотичным методом побежал. Ну, мне прям нравится. Хорошо. Так, минута. Здорово. А, чем быстрее прибегаю, тем больше бонус дают по времени. Это здорово. Хорошо, определенно. Так, вот здесь где-то были балочки, я по ним пробегал. Где они тут? Оп. Оп. Окей. Как теперь тут пробежать? Так, чтобы нас не заметили. Так, они еще пока что там где-то. Побежали сюда. Полезли. Полезли скорее, говорю. Давай, давай. У нас в первый раз реальный шанс. Так. Все, наконец-то. Преодолели. И теперь смотрим. Как они попадут на эту бочку? О боже! Или что? А чё, бочка не взрывается? Ох, как ты вычислил, парень! Сейчас, бочка закроет проход, по всей видимости. Какая-то полезность от этой бочки будет, нет? Окей, взять в руки оружие. Давай. Вот как бочка сдетонирует, а я-то думал. Как? И нам надо... Так, оп. Так, давайте. Оп. И все что?
Окей. Режь их. Так, таранчик. Я хотел только похвастаться, как красиво справляюсь, и тут же... Фейл. Так, мужик, ты реально попутал. Вот так вот красиво. Его аж в стену втащило. Забавно. Так, и кого еще убить? Так, где ты? Привет. Походу, прошу, нет, пощадите мою жену и ребенка, а ты пощадил рабов и работников, которых разлучил с семьями. Да, они не пострадали, их попросту увезли в Мексику. В Мексику? Для чего? Я не знаю, я лишь советник. Прошу, моя жена ничего не знает. Я сказал ей, что это были преступники из переполненной городской тюрьмы. Она невиновна. Позвольте мне все искупить тебе. Ты же ничего не знаешь. Я ученый. Для моих южных экспедиций требуются те же инструменты и люди. В этих краях много реликвий, которые старше даже майя. А еще я могу предложить вам это. С ней можно расшифровать секретные документы, вроде этого. Я сейчас развернусь и уйду. Если хочешь жить, убирайся с этого континента и никогда не возвращайся. Спасибо, спасибо за милосердие. Милосердие? Это не милосердие. Я просто оставляю тебя на растерзание твоим работодателям. Тебе придется скрываться всю жизнь. Наслаждайся фальшивой свободой. Не все так просто, мужик, да? Как ты думал? Хорошо. Так, нас просят купить чиновничка. А, как это сделать? Мол, наша известность очень высока. Неплохо бы чиновника подкупить. Ну что-то их рядом не вижу, это торговец оружием. По идее нам не нужен. Ладно, пойдемте поговорим с Сагатэ, с нашим наставничком. Доволен ли он? Я бы был доволен. Окей. Так, забор. Все прошло успешно. Губернатор Улиао дал мне этот трофей. А, ценная находка. Благодаря ей смерть Улиао невероятная победа для братства ассасинов. Хотел бы я видеть ее своими глазами. Каковы были его последние слова? Спасибо за милосердие. Что? Хочешь сказать, он на свободе? Вот как ты докажешь свою верность мне, ослушавшись моего прямого приказа, позволишь нашему врагу сбежать? Наставник, тебя поглотила жажда крови. У нас общая цель — освободить рабов, победить врагов, восстановить справедливость. Теперь у нас есть то, что нужно для успеха нашего дела. Я должна следовать за врагом в Мексику. Ты не сделаешь этого. Если ты не видишь истины, я доверюсь своим инстинктам. Ассасин без смирения — ничто. Ты пожалеешь о своем непослушании. И я рискну. Новый Орлеан. Желая выяснить правду, рискуешь всем. Так, понятненько. Мы ослушали своего наставника, и он был явно не в восторге. Так, теперь нам требуется очаровать. Как очаровать? Давайте узнаем.
Воспоминаница еще одно. Авелина, Агате говорит, ты бежишь в Мексику. Ты хочешь бросить свое дело и рабов в Новом Орлеане? А как же твоя семья? Мой отец отправляет меня на Кубу найти там поставщиков, а ты отлично справишься с делами в мое отсутствие. Я должна следовать за врагом. И когда ты собиралась сказать мне? Я боялась, ты захочешь меня остановить. И это все, что ты во мне видишь? Дела, приказы. Авелина, я беспокоюсь о тебе. Жераль, не злись. Ты знаешь, что нельзя мешать чувства с делом. Я надеялась обойтись. Раз я не в силах тебя остановить, то могу ли чем-нибудь помочь напоследок? Честно говоря, я не продумала, как попасть на корабль. Там недалеко есть барак, где держат рабов, идущих в Мексику. Можешь попасть на борт, смешавшись с ними. Я не могу взять с собой оружие. Как ты будешь защищаться? Да, глупый вопрос. Я буду хранить его до твоего возвращения. Спасибо, Жеральд. Ты настоящий друг. Итак, переодеться в рабыню. И нас все предупреждают о том, что у нас слишком известный уровень известности нашей. Так, где у нас парикмахерская, как она там называется, где мы можем переодеться? Так, о, продажный чиновник. Так, кто нас спалил? Оу, парень, ты тут что забыл? Познай кунь-фу. Так, давайте, наверное, продажного чиновника посетим, а то наша известность превышает все мыслимые пределы. Так, где чиновничек? Вот. Окей. Привет. Окей. Заплатили. А где же нам можно переодеться? Штаб наш. Так. Где ближайший? Гардеробная. Вот гардеробная. Вправо надо забрать резко. Да? По карте посмотрим сейчас. Где-то в той стороне. Побежали. Так. Куда-то в эту сторону. Насколько я запомнил. Так. Так. Надо не спалиться еще при всем при этом. Поэтому давайте вот так вот. Давайте посмотрим, в том ли направлении мы вообще движемся. Да, в том. Отлично. Так, придушим охранничка. И дальше. Вот зачем-то мы оружие раньше времени отдали, оно бы нам пригодилось. Вот Авелина решила таким образом распорядиться. Хорошо, вот и гардеробная. Так, кто там? Так, окей, гардеробная. И переодеваемся в рабыню. Так, где наш костюм рабыни? Все. Хорошо.
Отлично. Давайте, думаю, на этом закончим. Всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!